После волны расстрелов учениками своих одноклассников в американских школах в конце 90-х, психологи стали исследовать влияние компьютерных игр на психику детей. Профессор психологии и военной истории подполковник Дэвид Гроссман уверен, что видеоигры со сценами насилия не только повышают уровень агрессивности ребенка, но и учат его убивать. Занимаясь подготовкой полицейских и военных, он знает, что человек должен преодолеть психологическое сопротивление для того, чтобы убить себе подобного. Классический пример такой психологической реакции – сражение при Шайлоу в 1862 году в ходе гражданской войны в США. Полк армии конфедератов атаковал подразделение северян. Оружейный залп ошеломил наступавших конфедератов, однако они не обнаружили в своих рядах ни единого раненого. Пули пролетели над их головами. Почему? Потому что в реальности человек с оружием в руках, глядя на идущего прямо на него другого человека, приходит в состояние замешательства и может выстрелить в воздух, в сторону или вообще откажется от выстрела на поражение. Лишь очень немногие способны убить человека в упор. Военные аналитики оценили события Второй мировой войны и пришли к выводу, что во время боя лишь 20% пехотинцев стреляли напрямую прицельно в солдат противника. Такова реальность боя. Чем ближе солдат неприятеля, тем психологически труднее его убить. Бомбардировка с высоты 3000 метров не создает проблем, как и артиллерийский обстрел за 5 километров, или огонь снайпера с 400 метров. А стрелка-пехотинца от живой цели отделяют 45 метров. И уж почти невыносимую задачу приходится решать солдату, поражающему противника штыком в упор. В состоянии колоссального напряжения, которое возникает в бою, гормоны атакуют головной мозг, не давая человеку ясно мыслить. И тогда верх берет инстинкт, унаследованный от далеких предков, который не позволяет нам убивать друг друга лицом к лицу. Этот психологический барьер можно преодолеть не убедительными доводами, а с помощью элементарных упражнений, постоянно тренируясь. Что, собственно, и включает в себя профессиональная военная подготовка. Солдаты должны психологически освоить процесс убийства себе подобных. Поэтому мишени с яблочком заменили силуэтами человеческой фигуры, которые внезапно появляются в поле зрения стрелка. Для повышения эффективности таких упражнений в армии используют новейшие технические средства. Сегодня электронные тренажеры развивают у военнослужащих волю и навыки к совершению убийства. Солдат видит появившийся силуэт, стреляет, и в голове устанавливается связь между раздражителем и ответной реакцией. Цикл раздражитель-реакция закрепляется, и стрельба на поражение доходит до 90%. Но в случае с компьютерными играми то же самое происходит с нашими детьми. Социальное поведение обусловлено жизненным опытом. Если ребенок привыкает к жестокости в виртуальном мире, этот опыт формирует его поведение во взрослом возрасте в реальности. А в этой игре нужно поймать сбежавшего преступника, расстреляв его сообщников, которые вам мешают. Чем важнее цель, тем большее количество очков вы получаете. И чем меньше выстрелов, тем лучше результат. Подполковник Гроссман считает, что подобные видеоигры целенаправленно развивают у молодежи навыки совершения убийства человека, точно так же, как у военных, специальная тренировочная программа. Отличие в том, что солдаты сознательно тренируются, тогда как дети обучаются этому неосознанно, не понимая, какие навыки они приобретают. И когда в их руки попадает оружие, как у подростков из американской школы Колумбайн, они поступают как тренированные солдаты. Но производители компьютерных игр со сценами насилия отрицают, что их продукт как-то влияет на психику детей. Они утверждают, что такие игры всего лишь приносят удовольствие играющим, и что недопустимо валить всю вину на видеоигры из-за каких-то подростков с психическими отклонениями.
Однако магнитно-резонансная томография показывает, что у игроков в стрелялки происходит изменение в отделах коры головного мозга, которые отвечают за функции мышления и эмоциональный контроль. Через неделю играющие слабо различают слова, которые обозначают мирные и насильственные действия, и у них возникают проблемы со счетом. Виртуальное пространство ослабляет ощущение различия того, что реально, а что нет. Я как военный психолог и военный историк, как армейский офицер, не могу оставаться равнодушным, видя, как нашим детям под видом компьютерных игр предлагаются фактически специальные тренировочные упражнения для солдат. Я просто возмущен. Ведь наши дети учатся убивать людей и получать от этого удовольствие. И все это лишь ради того, чтобы какая-нибудь корпорация обогащалась. По-моему, это самое отвратительное и подлое из всего того, что совершается в нашем цивилизованном мире.